Добрый день! Давайте посмотрим, что у нас будет происходить на звездном небе в ближайшую неделю. Сложная будет неделя вот для всех знаков зодиака. Вот если посмотреть на карту звездного неба, большое количество красных аспектов. Красные аспекты, они, как правило, показывают напряжение. Тем не менее, давайте пройдем по всем знакам. Сегодня у нас Луна движется по знаку Весы, но уже к вечеру она перейдет в Скорпион. Поэтому предлагаю начать со знака Весы. Очень сложный день у Весов будет сегодня. Возможно, какое-то повышенное напряжение, но это всего лишь сегодня. Уже завтра Луна переходит из напряженного аспекта, завершает этот аспект, и все у вас будет прекрасно. Мало того, совсем скоро, вот буквально завтра, Солнце входит в ваш знак, и вам это принесет больше энергии и больше позитива. И это будет не на 1-2 дня, а минимум на месяц. Скорпион. Вот как я говорил, вот-вот-вот Луна войдет в знак Скорпион. И это обещает ближайшие 2-3 дня Скорпионам какие-то очень интересные романтические сюжеты. Вот и прекрасно, воспользуйтесь этим. Стрелец. Сегодня ситуация у Стрельцов должна быть достаточно такая, более-менее уравновешенная. Единственное, уже и Венера, Марс, Меркурий находятся в напряженном положении для знака Стрелец. То есть они могут испытывать некоторые сложности, некоторый дискомфорт. Завтра из напряженного к вам положения уходит Солнце, и вы сможете сделать глубокий выдох. А вот Козерогам то же самое, но наоборот. Пробуйте какие-то важные дела решить сегодня-завтра, потому что завтра уже Солнце переходит в Весы, и это будет немножко более напряженно, но тем не менее и Марс, и Венера, и Меркурий на вашей стороне. Водолей. Сегодня день должен быть у Водолея очень интересный. Если у вас есть какие-то личные планы, именно на сегодня их себе наметьте. Потому что завтра Луна переходит в Скорпион, и не все будет так, как вы хотите. Но, тем не менее, пару дней терпения, потом со вторника у вас опять будет все прекрасно. Рыбы. Вот эти самые четыре планеты, которые вот в Деве, они не очень хорошая позиция для знака Рыбы, потому что это оппозиция. Оппозиция – это когда противоположные идут энергии. Буквально завтра из этой самой оппозиции выходит Солнце. Потом, попозже, последовательно выйдут все планетки, но пока в ближайшее время будьте более терпеливы, более снисходительны к окружающему миру, потому что окружающий мир вас будет не по-детски раздражать. Овен. Сегодня день Овна может быть достаточно хлопотный в силу оппозиции Луны. Ничего страшного, суббота, воскресенье тоже так себе, а вот с понедельника, понедельник, вторник и даже среда, что-то у вас будет очень гармонично и симпатично. Когда Солнце перейдет в оппозицию к вашему знаку, это вот буквально уже завтра, рекомендую Овнам быть более внимательным к своему здоровью. Телец. Вот эти самые планетки, которые идут по знаку Дева, очень благоприятны для Козерога и для Тельца. То есть ближайшие недели 2-3 у вас просто будут повышенные возможности. Хороший аспект, когда дают планеты, это вовсе не значит, что вам на голову будут сыпаться блага. Нет, это просто у вас будут возможности для того, чтобы вы что-то могли с этим сделать. Так что воспользуйтесь этим. Близнецы. Вот эти самые Венера, Марс и Меркурий, которые хороши для Тельца, создают проблемную ситуацию представителям знака Близнецы. Потому что это немножко напряженный аспект. Будьте как-то более, внимательны. Во-первых, Меркурий контактом, коммуникациям. Иногда вы будете попадать в ситуации самого обыкновенного обмана. Иногда будут ситуации, связанные с финансовыми потерями. Так просто увеличьте в несколько раз свою внимательность, и все будет хорошо. Но при этом, при всем, прямо сегодня Луна создает хороший вам аспект, то есть у вас что-то может прекраснейшее случиться в личном плане. Рак.
Сегодня ракам я рекомендую быть немножко терпеливыми. Луна переходит в Скорпион, и завтра-послезавтра у раков будет что-то очень симпатичное и приятное. Лев. Ну, сегодня так себе, но вот завтра, когда Луна войдет в Скорпион, и в ближайшие 3 дня рекомендую вот быть внимательным к своему эмоциональному фону. Что-то вас будет раздражать, то есть какие-то важные дела вот до понедельника не планируйте. Потом со вторника, понедельник, вторник, творите все что угодно, Луна перейдет в хорошенькую для вас позицию, она будет в Стрельце, и многие вещи будут легко происходить. Дева. Девы, у нас такие сейчас, можно сказать, повышенная ответственность на Девы, потому что 4 планеты в знаке Дева, и Солнце, и Меркурий, и Марс, и Венера. Ну, Солнце буквально завтра уже выйдет из вашего знака, поэтому ответственность в какого плана? То есть сейчас как бы энергии у вас много, а когда много энергии, можно не всегда, если мы едем 60 км в час, это одно, если мы едем 200 км в час, то нужно быть более внимательными. То есть вам сейчас рекомендуется повышенная внимательность. И повторюсь еще раз, пока создаются негативные напряженные аспекты к планетке Нептун, никакого алкоголя вообще. А в целом картинка, если смотреть, да, напряженная, да, много красных аспектов, но это прекрасно. Неделя будет веселая, интересная, никто не соскучится. До новых встреч!